Приветствую всех из Одессы, 19 августа 2023 года. Буквально только что в Одессе объявили воздушную тревогу. Время сейчас 12:03. Сообщают о том, что акустически зафиксирована воздушная цель на юге. Где именно, информации нет. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности в Одесской области. На данный момент обстановка спокойная, взрывов никаких слышно не было. Ну как спокойная? Тревожная, напряженная, но взрывов никаких слышно не было. Там есть информация о том, что по центру Чернигова ударили, есть раненые, есть погибшие. И тревога не только у нас, тревога во многих областях. Обстановка, скажем так, неспокойная, поэтому советую всем пройти в укрытие и находиться в безопасном месте. Как видите, люди особо с пляжа никуда не спешат, укрытие остаются здесь. Вот. Но я надеюсь, конечно, что пронесет. Короче, не знаю, что оно и как, оно откуда пуски были. Даже нет такой информации с кораблей или какие-то баллистические ракеты. Ну, баллистика уже бы прилетела, если бы она летела. Или с акватории Черного моря были выпущены калибры, потому что там же находятся два ракетоносителя с суммарным залпом 12 калибров. Короче, нет пока информации. Есть только информация о том, что тревога и акустически зафиксирована какая-то воздушная цель на юге. Вот так вот. Берегите себя, берегите своих близких. Всем мирного неба, до встречи, пока.